В Москве задержали предполагаемых похитителей девушки. Полиция остановила черный ленд-крузер в районе Кутузовского проспекта. По словам источников, молодые люди силой удерживали девушку в салоне. Кадры операции прислал наш гражданский журналист с помощью приложения LiveCore. Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности владельцев «Тойоты» к преступлению. Как рассказали очевидцы, во время операции внедорожник протаранил полицейский автомобиль. В конце концов, машину блокировали, по данным Лайфа. Ранее молодую женщину украли в районе Кунцево на западе столицы. Зачем именно даму насильно посадили в салон, следователи уточняют.